Хочу поприветствовать и поздравить с наступающим праздником, Днем России, важным государственным праздником, который для каждого жителя нашей страны имеет особый смысл. Традиционно в преддверии Дня России губернатор Московской области Андрей Воробьев вручает федеральные и региональные награды выдающимся гражданам региона. В числе награжденных был представитель Одинцовского округа, известный ученый Станислав Вамперский. Глава региона вручил ему орден Александра Невского за вклад в дело сохранения лесов Подмосковья. Лес, что это не только древесина, это не только дрова, но у леса много чего другого, что он... Деревья не существуют сами по себе, они существуют в совокупности со всеми организмами здесь. В завершении торжественной церемонии губернатор вручил первые паспорта граждан Российской Федерации юным жителям региона. В День России принято говорить о ее будущем. Оно не абстрактное и далекое, оно уже здесь. Это наши мальчишки и девчонки, которые получают сегодня паспорта гражданина нашей страны. Я желаю вам найти свой путь, реализовать себя и воплотить самые смелые мечты. Паспорт гражданина Российской Федерации и памятный подарок вручаются Барановой Виктории Павловне, Одинцовский городской округ. Виктория – отличница, учится в 8 классе Одинцовской школы номер 17, является победителем и призером Олимпиад.